В подмосковных Люберцах отдохнули 3340 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Об этом информационному порталу РИАМа сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Летняя оздоровительная кампания стартовала в первый день лета. Лагеря открылись на базе 39 образовательных учреждений, в первую очередь для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Летом в Люберцах также был предусмотрен отдых для 66 воспитанников интерната «Наш дом», 163 детей-сирот и 20 одаренных детей. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.